Человек, который может поймать момент, знает каждого из нас лично и знает, это правда, знает, как нас отобразить в кадре. Вот это Гриша. Гриша, мы, значит, как бы ситуация какая? То есть, ну, стартап никогда не строится, значит, вот так вот взяли и построили. Поэтому, соответственно, мы подарим тебе прототипы подарков, которые потом ты доведешь как бы своими действиями активными до минимально жизнеспособного продукта. Да. Вот, то есть у нас есть небольшая пич-сессия, да? Начнем мы с рекомендаций. Значит, есть рекомендация Григорию Веприку про его фотографические способности, уникальный талант и так далее, которую мы как бы, ну, вручаем просто в виде прототипа. Кроме того, настоящая версия этой рекомендации есть у нас в офисе. И мы с радостью такую рекомендацию подготовим в электронном виде для всех наших партнеров. А что, Витя на сегодня приехал? Да ничего, ничего, там надо пройдем. Значит, для того, чтобы...